Всем привет! В этом видео я расскажу, как можно поменять регион в Steam на Казахстан или Турцию. Данное видео будет максимально полезно для людей с России, так как в связи с санкциями русский Steam получил очень много ограничений. Недавно я снимал видео на эту тематику, но там не было возможности поставить Турцию или Казахстан. И я заметил, что очень много людей в комментариях просили заснять видео, как же поставить конкретно эти страны. Так что сегодня в видео я расскажу, как же это можно сделать. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, если это видео было для тебя полезным. Поехали! Итак, что нам понадобится для смены региона и какие преимущества мы получаем? Смена региона на Турцию или Казахстан делается для уменьшения стоимости покупки игр, для обхода санкций и возможности торговать своими вещами на торговой площадке, ну а также, разумеется, для пополнения личного счета в Steam. Чтобы сменить страну в Steam, есть два способа. Первый очень быстрый и простой, вам практически ничего не придется делать и по вложениям тоже не затратно. Ну и второй очень долгий и геморройный, ну и разумеется требует вложений на покупку VPN нужной страны и покупку или же аренду местных банковских карточек. Поскольку я ценю свое время, что рекомендую делать и вам, я выберу первый способ. Ну а если вас заинтересовал второй, то сейчас в видео всплывет подсказка, по которой вы можете нажать и перейти на другое видео, где я детально рассказываю про второй способ. Итак, переходим к смене региона. Спускаемся в описание и переходим по ссылке. Вы попадаете на платформу Плати.ру на покупку услуги смены региона на Казахстан. Если же вы хотите Турцию, листаем страницу вниз и выбираем ссылку смены региона на Турцию. Не первый раз работаю с этим продавцом и на личном опыте убедился, насколько же это просто и быстро. У продавца почти 12 тысяч продаж и более 7 тысяч положительных отзывов. Процесс смены региона занимает до 2 часов, при этом от вас практически ничего не требуется. Вы просто оплачиваете услугу, на странице оплаты у вас есть код, который вы должны скопировать и написать в личное сообщение продавцу. Ну а после того, как с вами свяжутся, вы должны будете отсканировать QR-код для входа в свой Steam аккаунт и все. Остальную работу за вас делают профессионалы своего дела. Также для вас я приготовил приятный бонус, это 5% скидка на покупку данной услуги. Промокод вы найдете в описании, а также вы его сейчас видите у себя на экране. В течение 2 часов после покупки вы получаете полностью рабочий аккаунт, без блокировок торговой площадки, с лояльными ценами на игры, ну а также возможностью пополнять свой баланс Steam. А еще с новым регионом у вас открывается возможность поиграть в новую нашумевшую игру Hogwarts Legacy, которая, кстати, в русском Steam попала под санкции и была недоступна. Всем спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте использовать мой промокод на скидку. Ну а также не забывайте подписываться на мой канал и до новых встреч. Всем пока!